Хей, йоги, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Head in Hit. Окей, у нас, в принципе, осталось в 4 главе еще один, так сказать, эпизодик. А именно, нам осталось отправиться к водопадам. Ну что, вот, короче, наш Тертери. И полетели. Мельница. И... Рок. Рок-рок. Там наверху рок. Окей, наверху это где? Где это наверху? Так, думаю, пригодится. Осторожно, некоторые мосты очень ветхие. Это я уже сам догадался. Где наверху рог? А, все, увидел рог. Так, окей. Деньги, деньги, не знаю, пригодятся ли они мне еще. Но пускай будут. Надеюсь, это веревка. Так, наверх. Ага. Теперь мне нужно будет повернуть налево. Собираем, собираем, собираем. Ветряная виправа. А где коты? Я котов не видел давно. Довольно давно я не видел котов. Так.
пригодится. В дополнениях, возможно, быть что-то с этим связано. Так как я не могу быть наверняка уверенным в этом. Вроде этот путь ведет к рогу, и его видно отсюда. Значит, мы едем к рогу. Осторожнее, дитя. Я пошел туда, и меня поцарапали. О, все. Тут будут коты. Так, главное не касаться земли. То, что эти паскуды, которые деньги воруют, ходят по земле. А, так их видно. Нихера, они маски даже воруют. Молодцы коты. Нихера себе. Аж маски воровать. Обратно. Так, нигде секретки нету. Так, нет. А мне есть, подожди, мне сюда. Да, мне сюда. I think this one leads to a horn. You can just see it. Так, окей, поехали. Покатушки, покатушки. Здорово, мельница. Нечего сказать. Вот так громадина. Должно быть не просто забраться на самый верх. Ладно. Типа, вы думаете, я не найду другой способ, как попасть сюда? Если на забор можно будет встать. Хотя, ладно. Да
где-то паркур. Почему я не могу остановиться? Так, чекпоинт. Просрал. Ну и ладно. Ну и ладно. А ворота уже не откроются, да? Окей. Так, сразу на коробку не залезу. Хотя отсюда можно. Ну, типа, рисковать, не рисковать. Чекпоинт. Так, а те нитки мне нужны.
готово. Так, а смысл на ту сторону? А, я мог бы просто прилететь, а не кто-то делать, что я делаю. Да, вот это было сейчас не очень приятно, я поэтому у тебя дыхание задержал и молчал. Ладно, это не так уж важно. Локация жесткая. Так. Я думал, это будет типа быстро. Но с одной стороны это быстро, с другой стороны это ни хера не быстро. Зачем я хилки беру? А потом. Стоп, где ты? А, ладно. Я не против. От лишнего надо избавляться, мусора. Вот это байт был. Вот это был бы сейчас байт. Главное не упасть. Главное не упасть. Я выбрал немного путь полегче с моей стороны. Чекпоинт.
пауки, да? Ага. Нужно было перепрыгнуть. Главное споймать момент. Главное словить момент. Фу-фу-фу. Давай лучше по безопасному. Так, ну по идее это последний участок такой. Да, болезнь распространилась. Пойдите, теперь эти козлики должны быть агрессивны на меня. Так мне же не нужно заново все это делать. А, в натуре. Ладно. Тогда начнем по порядку. Вода. Ой-ой-ой. Как я понимаю, я касаться их не должен вообще. Что за хуй-то? То есть мне нужно было налево ехать? Глубой сюда право. Эй!
Короче, они сильно агрессивны стали. Вряд ли я так залезу, да? Хотя я хуй знает, как вообще туда залезть. Теперь я понял. Короче, эта херня взрывчатку кидает. Мое дело просто бежать. Так, один есть. Ясно. Так, полетели тогда сразу в лаву. В лавовую часть. Так и сразу нужно думать, как туда попадать. Какого черта он не зацепился, алло? Я что, виноват? Я вот в этом моменте был виноват? Он не цеплялся, сука! Ну, теперь заново самого. А, прикиньте, оказывается, не с самого начала. Тогда ладно, простительно. Почему не хочет того атаковать? Тарту, да, надо ж. Или к. Так, подожди вообще. Thank you.
чё я туплю? Если мне не в пирог, ну не в тур, тогда там будет проход закрыт цветком. Поэтому полетели. Еще сокровища где-то здесь должны быть. В смысле, я завершил локацию? Ну ладно. Бам. Точку сгорает. Сука. Я замечу, что это только лавовый уровень. Какой ёбнутый. Типа, это босс, да? Стоп. Почему мне аж туда нужно идти? Так, последнее это к птице ехать. Так, остался только последний цветок.
Так, налево. Да, здесь какая-то жопа происходит. Здесь происходит какая-то... А, стоп, я не могу. Сраные еноты. А, помните, я же хотел сюда пойти. Ну что, на этот раз? Путь надо искать. Да, странный босс, цветок. Все? Прошло, воздух снова чист. И козлы, похоже, опомнились. Не пойму, в чем дело, но полагаю, нам тебе стоит за тебя благодарить. Мы нашли это скопление тех цветов после того, как они вновь увяли. Ты так упорно за ними гоняешься, похоже, они принадлежат тебе. Спасибо за что помогла нам. Самая непонятная глава. Самая непонятная глава. Так, давайте посмотрим. По идее, я все выполнил. В натуре еще не все. А, не, финаль. Все прошел. Ну, это уже потом, типа, в городе котов, около мельницы. Уже в следующей серии закончим этот разлом. Пойдем к финальному боссу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.